И сейчас я проведу общий сеанс оздоровительный для всех сидящих в зале, тоже снимающих блокировки несколько другого плана и, так сказать, сбалансирующий всех, постараюсь сбалансировать по возможности каждого. Конечно, это, опять-таки, как понимаете, будет воздействие усредненное, потому что для кого-то будет чересчур мало, для кого-то будет чересчур много, для кого-то в самый раз. Поэтому, чтобы не перегрузить тех, кому будет чересчур много, я должен выбрать средний уровень воздействия. Надеюсь, это будет достаточно. Пожалуйста, музыку, если можно. Просьба всем сесть, расслабиться максимально, так сказать. Опять, тот, кто желает, кто не желает, так сказать, ничего с вами происходить против вашего желания не будет. И, пожалуйста, музыку прошу, если можно.
Давайте сейчас я проведу общий сеанс такой рабочий. Снятие блокировок, тоже там, и так далее. Вопросы, которые спрашивали по поводу абортов, и по поводу телегонии. Ну, кто знает, знает, что это такое. Попробую еще это снимать, блокировки и так далее, одновременно воздействие на зал. И потом уже перейдем к последней части, что время останется. Thank you.
Аминь.